События, которые изменили мир. Вильгельм Конрад Рентген был трудолюбивым человеком и, будучи руководителем физического института Вюрцбургского университета, имел обыкновение допоздна засиживаться в лаборатории. 8 ноября 1895 года, когда его ассистенты уже ушли домой, 50-летний Рентген продолжал работать. Включив ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной черной бумагой, ученый увидел, что кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалеку, начали светиться зеленовато. Цветом. Когда ученый выключил ток, свечение кристаллов прекратилось. Как оказалось, X-излучение, открытое рентгеном, способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы. При этом оно не отражается и не преломляется. С помощью рентгеновского излучения изобретателем были сделаны первые снимки. К 1919 году широкое распространение получили рентгеновские трубки. Благодаря им появились новые направления науки и техники – рентгенология, рентгенодиагностика, рентгенометрия, рентгеноструктурный анализ. События, которые изменили нас. Дождь. Optimistic Channel.